Первая в Москве гонка елок на гироскутерах прошла в Сокольниках. Так москвичи решили еще раз простимулировать не выбрасывать новогодние деревья на помойку, а сдать на переработку в специальные пункты приема. Елки и сосны, отслужившие свое, стали пропуском для участия в состязаниях. Деревья крепили к платформе гироскутера. Задачей пилота было пройти 100-метровую трассу с препятствиями. Победителям достались бесплатные билеты на каток.